Разоблачение Брукхевен, седьмая часть. Сразу говорю, обычная карта из инвентаря не подойдет. Для начала едем в полицию и заходим вот в эту комнату. Тут есть камеры по всему Брукхевену, но это нам пока что не надо. Под столом будет красная кнопка. Дальше бежим в первую камеру. Это вот здесь. Кстати, для удобства лучше стать маленькими. Ну а далее запрыгиваем на кровать и вентиляцию. Потом бежим до конца и ищем проход. Надо просто пройтись у стеночки. И дальше идем направо, на свет. И там будет вот такой вот ящичек. Надо запрыгнуть за него, и за ним будет синяя карта. Ее надо взять. Также тут есть лампа и чья-то фотография. Но чья? Дальше идем в... Lucky.